прогнозам. Мне кажется, тогда можно, правда, потерять объективность. Это не то, что я бы хотел сделать. Сейчас хороший момент. Перевод налево. И падение штрафной площади. Это, друзья, все-таки пенальти. Это все-таки пенальти. И Артем Кучин... Здесь без повтора можно, друзья, даже разобраться, потому что все-таки первым на мяче был Попадюк, он уже мяч пробросил, запаздывали футболисты. А кто... Отчитывает необходимое расстояние. Дебютный гол может случиться. Сейчас удар и разводит он, собственно, голкипера. И мяч по разным направлениям. Гол! 2-1. Иртыш выходит вперед. К этому, наверное, шло. А кто Бе в последние минут 10 огрызался.